Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вячеслав Шаталов. Рад вас приветствовать на моем канале. Вот сейчас мы с вами находимся на одной из немецких ферм. Здесь содержатся козы двух пород. Это немецкая цветная благородная и немецкая белая коза. Замечательные животные с неплохим удоем. От 2,5 до 5 литров молока в сутки. Коз на данной ферме кормят сеном в свободном доступе. Также козам дают сенаж. Вот здесь перед нами сено. Соль, лизунец обязательно, конечно. Сейчас с вами посмотрим на сенаж. Вот это сенаж задается козам. То есть сено, сенаж и комбикорм, естественно, им дается. Вот. В принципе, что касаемо содержания коз на немецких фермах, а именно их кормления, это будет и есть в моей книге про молочное козоводство, которую вы можете заказать на нашем сайте козоводство.про. А на самом же сайте козоводство.про имеется информация по кормлению коз на французских фермах. Французские разработки. А в книгу мы включили уже не только французские, но и немецкие. Если кому интересно, я думаю, информация будет полезна. Посмотрите, все животные сыты, довольны, хорошо выглядят. И вот, собственно, так питаются козы на данной ферме. За ним можете посмотреть для себя, как должна выглядеть немецкая благородная чистопородная коза. Спасибо вам за внимание и до следующих роликов.